Губернатор Волгоградской области и председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации Сергей Чирков заключили соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Его цель – реализация государственной социальной политики в регионе, а также социальная поддержка людей старшего возраста, многодетных семей, семей с детьми, лиц с ограниченными возможностями здоровья, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также ветеранов боевых действий. У нас выстроено конструктивное взаимодействие, да, переплетены достаточно серьезно наши все структуры, социальные структуры. Да, мы используем наработки фонда, который вы возглавляете, для применения уже у себя, в своей работе. И нужно отметить, что от этого получаем результат. Мы активно привлекаем кадры, прошедшие через пенсионный фонд, непосредственно в работе социальной службы региона. И это тоже дает огромный результат. Сергей Чирков напомнил, что Волгоградское региональное отделение фонда считается передовым центром компетенций по многим межрегиональным темам. Ну, конечно, мы будем рады сотрудничать всегда. Социальный фонд будет надежным партнером. Государственную систему соцподдержки дополняют эффективные региональные проекты. Екатерина Алтухова, Алексей Алтухов, Волгоградская правда.